олдовых подписчиков сейчас наверняка навернулись слезы. Привет, с вами Александр Дегтярев, и, конечно же, я не мог вас оставить без новогоднего выпуска. По-моему, чего-то не хватает. О, так-то лучше. С наступающим, друзья. Друзья, это был тяжелый, насыщенный год. Вышло много классных альбомов. Кто-то порадовал, а кто-то разочаровал. Но главное, что индустрия не стоит на месте, а постоянно двигается вперед и радует нас новинками. Для меня 2017 стал переломным годом. Мой канал наконец-то начал активно и стабильно набирать новую аудиторию. Ролики прибавили в просмотрах. Да и я не пропадал целый год с ваших радаров. Конечно, было много и печальных новостей. От нас ушло много именитых и любимых музыкантов. Это было тяжело, но время не стоит на месте, и наши кумиры останутся навсегда с нами в своих песнях. Я был рад пройти вместе с вами еще один год. Спасибо за вашу активность и поддержку, без вас бы у меня ничего не получилось. Желаю вам удачи в новом году, новых целей, побед и бесконечных сил. Пусть вокруг вас будут друзья и любимые люди. Здоровья вам и хорошего настроения. Также поздравляю своих коллег по цеху. Андрюху с канала Ears on Fire, Игоря с FA Channel, Сашку Рок-н-ролльщика, Мирана из Metal Music Madness, Лину с канала Музыкальный Вектор, всю команду Who is Music, Кирилла Бабиева, Андрюху Фарнева, Динара с канала Attack the Music, Артема с первого рокерского, Сашу с Metal Detector, Хоббита, Ярослава Солнечного, и раз уж пошла такая песня, то и Олеську с канала Брыщ. Вот это поворот! А еще, мои дорогие подписчики, в следующем году желаю вам найти множество интересных и классных групп, а я вам в этом помогу. До встречи в 2018. Ну и какой же Новый год без подарков? В качестве сюрприза хочу поделиться с вами приколами со съемок передач за весь 2017 год. Короче, я не знаю, что тут еще добавить, я просто взял эту новость, потому что вы мои любимые детишки. Это как-то по-педофильски звучит. Где новый рок-ньюс? Где видеоотчеты? Почему на Слепнот не поехал? Чувак, подожди. С Новым годом! Какой нахрен Новый год? Февраль на улице! Здорово, чуваки! С вами Александр Дегтярев. Хуй акустика! Блин, точно, у нас же про тяжелую музыку. Передача! А что я говорю? Сука, давай еще. Композиция уже неоднократно звучала. Блин, человек-сосед. И да, люди, да хватит уже орать. Где Валера? Без Кипелыча уже нет торт. С вами был Александр Дегтярев. И, кстати, 20 мая я буду на мотофестивале Сингелей 2017, который пройдет с 19-го... Да что за х**то происходит? Мой видосик кому-то продажи сорвет. Или 30 секунд... Парень, не хочешь немного армянского музла? Прикинь, System of a Down что-то планирует. Ура! Так, давай, ну, идем просто. Как дела? Хорошо. Куда эти дети? Хочу, чтобы у меня в кадре были дети.